юрисдикцию или юрисдикцию, подожди. Юрисдикция. Ага. Причина тренировка, так? Так. Тренировка не требует. Тренировка. Все. Да, вот. Нормально? Нормально. Нарушаем вашу юрисдикцию. Нарушаем. Блядь! Помеха 5. Или не стоит? Из-за ошибки. Ладно, всем. Надо, блядь, Берлин. Поднимайся вверх. Блядь. Нам пизда. А где нормально? Надо этот автопилот включать в этот вертолет, потому что, типа, понял, ты можешь вот так зависнуть в воздухе. А это вообще легально? Ну, разрешено? Да, изол. Ну, вообще, да. Блядь, да, что ты мне раньше не... Что ты мне раньше не рассказывал? Вечная проблема, блядь. Ну, типа, блин, вообще читы, я не знаю, это никак, ну, нет преимущества для игрока. Не, почему есть, типа, зависаешь в воздухе, а другие нет? На овле это так. Если вертолет облетает, типа, сам прикол, автопилот может это... через дома лететь. Вот в чем прикол, типа, там через текстуру. А если нормальный автопилот скачать, который, ну, облетает этот именно дома, то это нормальный автопилот, типа. Не знаю, надо зачекать, короче. А что делать, пускай здесь ни разу не было. Так, блин. А, спам, кули, беги быстрее к вертолету. Йоу, вы вообще банихоп, нельзя, блядь. Нельзя банихоп, алло, беги. Ну так я знаю, поэтому я ему говорю, что побежал сам. 10 ты за вертолет, Куля, пока что. Окей. Пусть он сядет именно, чтобы он не исчез, а ты сядь так. Прям перед глазами пропал. Бля. Я еще и завис. Я в него садился, и он, короче, 25 попал. Секунд не может так быстро пойти, алло. Я еще и в текстурах застрял. Блядь, давай я перезайду, возьму вверх. Давай. Все, перезахожу. Я написал админам, чтобы они меня слабли. Пиши админам, чтобы тебя заспал. Ой, блядь, не заспал. Ну, пусть тебя блядь. Под жопу не дадут, вылетишь. Это нормально будет. Хотя есть такие хелперы, которые вообще спавнят. А есть такие хелперы, которые вообще скажут, перезайди. Да. Вообще жизненно. Романов, ты понял, что не нужно делать теперь на админке? Да, если встану. Да. Этот чирик. Насколько там он стоял на админке? Не 5? Что-то мне слаб не помог. А, ты в воздухе застрял, да? Бля, печально. Блять, подожди, а у меня, наверное, лицензия на полет уже закончилась. Земля мне пухом, походу. На, меня заспал. А, меня кикнуло по подозрению. Твою мать, ё-моё. А долго будем не стрелять? Да нет, блин. Куля, тебе надо перезайти и взять вертолёт. А, ты... Я перезахожу в сервер фуловый. Блять, я пойду. Подожди ж меня, потому что у меня вылетело. Да, у меня запомнили. Да. Сука, пойдей, успеть на пойдей. Давай, морозок. Заходи, давай. У вас минута 40. Все, зашел нормально, живу. Удачи, чувак, с реконнектом. О, зашел. Бля, у меня дверь не открывается. Опять. А, нет, все нормально. Давай, побежали. Ой, еще какой-то чел. Все, переодевайся. Так. Так,
их возьми. Все нормально, по идее получим. Все, едем за вами. Слышишь, Ян? Давай, нами не надо. Ян. Ага. Ян, вот это вот хуйня, которую не AWD Helper, а вот этот, ну, вторая хуйня, как она называется. О, у меня еще лицензия на полет один день. Все, поехали наверное. Ну, а по дому. Во. А у тебя бывало ты на какую-то кнопку нажимал, у тебя такая черная хуйня появлялась? Это... Нет. Это как его, блядь, меню такое, надо отключить его. Да, а как? А это... Типа что-то... какой-то... основные настройки... так, круговое меню, вот. И тут настройки, и отключаешь его. Или еще раз повторить, смотри. ARX вводишь, круговое меню, круговое меню один снизу пишется, настройки, и тут нажимаешь выключить быстрое меню, вот. И все. Оно тебе больше появляться не будет на X. Бет, оно что, все равно осталось? Бля, я не знаю. Здесь, ну, типа... Что сделать? Я, короче, на какую-то кнопку опять нажал, и хуй знает. Мне тут... Сейчас скину, короче, скрин. Давай. Хорошо, давай. Прилечу тебе, посмотрю. Все, погнали. Нет, стой, Шинкс, подожди. Блять, понял. Будем настраивать ADF дом, блядь, потому что я не знаю нахуй, как его, блядь, сделать. Команда. Да, это у тебя открылся этот настройки вида перволит. Лаунчер. Ёпта, мать, как их закрыть? Спроси у админа, как это закрыть. Что? Вы с лаунчера играете? Нифига себе. Да. Я не могу зайти в лаунчер. Офигенно сделать. Обнову сделать. Я чувствую всем, кто не смог зайти. Реально. Даже сборку свою поставить нельзя. Это капец. Туда можно. Так, я не знаю как. Ну короче, я... Там автоочистку в настройках отключаешь и закидываешь папку просто свою сборку вроде. Все, можно. Потому что пацаны со своими сборками катают, а здесь же типа плюшка накидывают 10к каждый payday. Да хуйня, блядь, я 10к на CR. Ну, какой-никакой набон. Ну да, типа, прикольно. Бля, я, конечно, ебеня приземлился, ну да ладно. Жизнь боль, когда бани хлопить нельзя. Админ сказал секунду, уточню информацию и передам ее вам. Да нихуя он тебе не сделает. Земля пухом. Три минуты жди, отвечаю. Они тебе ничего не кинут. Гниды такие. Они реально. А это что за сел? Его что-то не должно быть на полигоне. Я тебе весь прикол, что я с этой хуйни даже стрелять не могу. А F11 или F12 нажми, попробуй. Просто пропадет. Ну, похуй.
Алло, что делать надо-то? Романов? Чё? Ждать, пока Сальва закончит флудить этой фигней. Блять, у тебя походу, знаешь, почему открывается? Это у тебя на скрине этот работает, как его? У тебя не установлен? Это вид от первого лица в лаунчере. Да, это вид от первого лица, и убирать тут ни крестиков, ничего нет. Вот Минус спросил, как отключить, говорят В. Нет, ну да. Сам ничего не знает. Нихуя. Что будем делать? Я хочу попробовать. Куля, блин, да как это оно сделает? Буй, боже мой. Я... В смысле, да, что? Да, вот тут можно ID игрока для взаимодействия. Ну вот, я хочу взаимодействовать с этим игроком. По Дэви, но Егор. Прикол в чем, у меня стоит по-ближнему это. Да, а нафига тебе вообще круглое меню? Это же бред, ебать. Это не круглое меню, это другое совсем. Блин, ID того, кто рядом, типа, или как это сделать, сука? ID того, кто рядом? А это, по-моему, типа какая-то команда, Q там, например? Ты не понимаешь, у меня окно. И в этом в окне ты можешь ID вписать этот, которым ты можешь взаимодействовать. Тут нету такого, да. Этот... ID, типа. Может, где-то... Может, где-то... Попробуй его покалывать. В панели взаимодействия... А, вот. Нашел покуда. Ну-ка, сейчас попробуем. Сейчас я встану вот здесь вот где-то. Ну-ка, подожди, Куля. Стой там. Окей. Ебать. Во! Так, организация, должность, шеф, нормально. Во! Нормально. Ой. Чё ты настроил? Давай, погнали. Постреляем. Я пойду в PUBG Live. Да. Я, короче, это стрелять не могу. Можно я ПРП буду просто так стрелять? А у меня меню открылось с первого лица, я не знаю, как его закрыть, а оно типа, я нихера не могу делать. Это в лаунчере стандартные. О. Пусть просто постоит по скрине. У меня как бы его вот скиллы прокачаны по максам вроде. А ты тут скиллы не покачаешь. Надо же в этот ехать, в тир. А здесь не засчитывается? Нет, ты чё, это чисто сделано драгосников, чтобы они тут что-нибудь поделали, да и уехали. Так, стоп, тут можно еще какие-то тактики отрабатывать, походу. Это захват, штурм. Лестница. Ох, нифига себе, тут большая территория. Что разобрался, Романов? Ян, кинь ко мне трейд, если можешь. Или что-нибудь кинь. Давай, я попробую. Все, окей. Принять могу. Стрелять получается. Надо встать по позициям и стрелять, да? Угу. Храпсить надо это или нет? Хватит, конечно, гангстер. Прикольный гангстер усатый. Ой, ладно. Стреляем по РП, например, Сашми снимает предохранителя, снимает карабин АР-15 с предохранителя, заводит курок, типа, что-то типа такого.
Это М-ка? R19. R15. Пример вам показать, что ли? Стоит-то. Сейчас снял ее с предохранителя. Огонь, типа, что я начинаю... Смотри, вот так вот, прицеливается в мишень, затем взводит курок карабина. И надо, типа, что я начинаю стрелять, или не надо стрелять? Прям фул сделать, да? Ладно, понял. Вот так, типа, поняли? Оп, неудачный. Вот так стрелять, типа, через трайпок. Ты неправильно стреляешь, алло, что ты показываешь? Что? Я ничего не показываю. Ну не пиши, вот, начинает стрелять мишень, это, блин, оно и нахуй не надо. Именно попадание надо написал. Отыгрывать. Да я тебе и написал не стрелять, а попадание неудачно. Видишь, типа, я не попал. Вот в чём. Не понял. Угу. Так, начинает... Типа, попал в мишень? Вот так, что ли, отыграть надо? Попал. Флэш-трай надо отыгрывать, алло. Ну да, попал в мишень. Неудачно. Не так откатил. Ну так. Видишь, попал. Ладно, нажимать огромный сделал спр... Ага. С АР-ки сначала стреляйте. У, я попал. Что, еще раз? Ага. Мне надо еще 4. Одно у тебя есть попадание. Не, куда, блядь, ты? Стой. Всё. Блядь, грудь. У меня патроны... Понимаю. Ну. Ебать, 2 из 2, нормально. Ебать, у меня 3 из 3, заебись. Бля, у меня глока нет, у меня... Один Шинкс, что-то он как-то это... Пиздец, я косой. Нормально. Это твоя удача, называется. Всё, красавчик, всё, не надо больше. Судитый.
теперь ставить на предохранитель и вот это вот, да? Да, да, да. Интересно, как ты отыграл, типа. Наводится на мишень, после чего начинает стрелять. Ты откатил это, да, по-моему? А, нет, это не откатил. Ладно. Все хорошо. Ребят, вы это скринили себе в этот в отчет? Еженедельник. А что, почему? Потому что у меня фрапсы все. Окей. Ну что, Сир, поехали? У меня плохая новость, ребят. Мамерик опять заспавнился. Поняли, короче. Не поставил, откатывай. Кати Шинкс. Опять за мобайликом съездить. Ставит карабин АР-15 на предохранитель. Ставит карабин АР-15 на землю. Так. Мне за мобайликом ехать обратно? Ну, перезаходить? Он заспавнил все. Давай. Ставит карабин АР-15 на предохранитель, после чего ставит его на землю. Да, вот так можно. Нифига себе, я везунчик. Ну так. Тысяча нормально, я сразу зашел. Нормально. А, ну 13 секунд КД, я понимаю. Просто сити. Я, кстати, в курсе, что даже новый сервер открывается. Один из онлайнов. Это звучит хайпово. Я сделал 5 выстрелов.
пистолет ГУР 19 из кобуры, после чего снимает его с предохранителя. Ничего. Офигеть, ребята, у нас в КПЗ 6. Не снял же. Ну, типа, в настоящем времени. Я ему и говорю, достает пистолет ГЛОК-19 из кобуры, после чего снимает его с предохранителя. Ну, то правильно, нет? Он снял, написал. А, ты про Яна? Снимает с предохранителя. Снимает. О, Шинкс, откати это все. Все, что делал. И трай, и сышми. Откати. Теперь правильно отыгрывает. Достает пистолет ГЛОК-19 из кобуры, после чего снимает его с предохранителя. Окей. О, попал. Охренеть, 6 человек в КПЗ бегали, пока нас не было. Адвокатами работали. Охренеть. Шинск еще раз через трай стреляет так же. Также 5 выстрелов. Так я 4, ой, 5 раз стрельнул. Так я же тебе сказал, Шинск, попробуй еще раз. А. Тьфу. Пойдет? Еще раз. Да, то у тебя прям одно и то же. Удачно. О! Что они мне все звонят? Устроиться в СПБ. На, видел, ебать. Дэдшот, блядь. Я хотел бы работать у вас, блядь. Да идите вы. Ну, простите, я адекватным здесь не могу быть. Капец. Романов, ты телефон отключил, да? Да. Ну, я думаю, что они мне все звонят по поводу устроиться на работу. Нормально. Ладно.
Ставит пистолет Glock 19, например, после чего кладет его в кубру. Красавчик! Теперь осталось тебе всего лишь легкое действие сделать. Пойдет? Нет, тебе еще карабин надо взять с земли. Шми берет карабин с земли. Так я с карабина стрелял. А! Ты с Glock. Или типа его с земли поднял. Ты его поставил уже на землю. Ну. Ты не можешь ее вертушку сюда загнать, типа? Я на крышу пробовал, что, блядь, хуево отошла. Ну похуй, если я взорвусь, будете зарабатывать. А ты аккуратно, ну, не надо ее по-бешеному. Поближе ее к этому, либо вот прям на полигон поставь. Страдаем. Блять, походу я взорвусь, ребят. Если я вас взорву, то сорян. Блять, да нет, пизду, я на этих мавриках почти летать не умею. Значит, надо. Я люблю, куда смогу. Всё. Перепрыгните забор, упадете на песка. Жить будете. Все. Ну ты возьмешь карабин, нет? Сашми берет карабин. Да я понял, у меня, погоди, я писать не могу в чат из-за этой хуйни черной. Вот Ян, ты сейчас позвонишь ей, блядь, в игре или в Дискорде, там какой мужик. Ну привет, Ян. Знаешь? Плюс карабин с земли. В смысле, земля с большой буквы, жуга? Yeah.